«Хрустальная Турандот» за лучшую сценографию сезона вручается Сергею Бархину за оформление спектаклей «Медея», «Тюз» и «Обрыв» МХТ. Приз вручает Владимир Васильев и Борис Мессерер. Я счастлив сегодня вручить эту премию Сереже Бархину, потому что я его давно знаю, считаю его своим другом. Я восхищаюсь всегда его художественными прозрениями, я бы сказал. У него способ художественного мышления парадоксальный. Он может в тонко прорисованный эскиз вклеить какие-то спички, знаменитые такие летающие, самолетик там с лучиками, и заставить зрителя поверить, что так должно быть. И вот за оригинальность, за вот этот совершенно самобытный взгляд на природу художественных вещей, и на театр, и на книгу, и на архитектуру, я считаю, что эта премия нашла своего, так сказать, героя. Один парадокс. Я впервые вот сейчас вручаю премию за то, что я не видел еще. Это замечательно, потому что я абсолютно убежден в том, что Сергей Михайлович для всех, для нас здесь, большинства присутствующих, Сережа, дорогой Сережа, вы необыкновенно талантливы, вы необыкновенно добры, вы необыкновенно начитаны, вы эрудированы, вы красивы, вы молоды, и я могу до бесконечности еще перечислять множество замечательных совершенно эпитетов. Вот для меня, Сереженька, огромнейшая честь сегодня вручать эту премию вам. Я вас уважаю, я вас люблю, так же, как все здесь присутствующие. Спасибо вам за то, что вы есть. Строго говоря, первый спектакль «Медею», ну, фактически все придумал Гинкас. А во втором спектакле вообще чудо какое-то. Во-первых, половину работы сделала моя сестра Таня Бархина, поскольку она делала костюмы. Так что, если быть справедливым, ее надо на множество частей делить. И спасибо большое всем, что вы пришли. Я рад, не смею задерживать.